Ненецкая телерадиовещательная компания совместно с Ненецким краеведческим музеем в преддверии 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представляет проект «Письма памяти». Кожевин Федор Яковлевич родился в 1922 году в селе Тельвиска, рядовой, автоматчик 346-го стрелкового полка 63-й стрелковой дивизии. Письмо Кожевина Федора Яковлевича маме и родным от 14 августа 1943 года. Добрый день. Здравствуйте, мои дорогие мама, Клаша, Петя и Сережа. Шлю вам свой горячий привет и желаю всего хорошего в вашей жизни, а главное – здоровья. Мои дорогие, 12 августа я получил от вас письмо, за которое очень благодарю. Но извините, что сразу ответить не успел, так как были в походе. Движемся все ближе к фронту. Мои дорогие, сообщаю, что я жив, здоров, чего и вам желаю. Живу пока хорошо, кормят тоже хорошо. Получаем фронтовой паек. Скоро мы вступим в бой, только ждем пока приказа. Скоро настанет окончательный час расплаты с проклятым врагом. Очень печально, что прорывался враг к Нарьян-Мару, но я надеюсь, что наши летчики-соколы обломают крылья проклятому врагу. Мои дорогие, простите, но писать нечего. Наша жизнь военная однообразна. Вот вступим в бой, тогда уж и поделимся боевыми делами. Моя дорогая мамушка, прошу, не расстраивайся обо мне, ведь не все погибают. Ну а если и погибну, то все же ты не одинока. Я надеюсь, что Ксюша тебя не бросит, да и Петя поможет. Но я надеюсь, что я останусь жив, и мы еще поживем вместе после войны. И сегодня-завтра мы вступим в бой. Ну, на этом я кончаю. Пока, до свидания. Крепко и крепко целую. Привет родным. Ваш Федя. Это письмо было написано за несколько дней до гибели автора. Кожевин Федор Яковлевич погиб 21 августа 1943 года. Письма памяти.